Вице-мэр Харькова Татьяна Винникова остается на свободе. За нее внесли залог 30 миллионов гривен. Напомню, чиновницу, которая курирует вопросы градостроительства, подозревают в земельных махинациях на миллиарды гривен. Татьяна Винникова подписывала бумаги, по которым городские земли бесплатно раздавались подставным лицам. И город за 9 лет, по данным ГПУ, лишился таким образом более 650 гектаров. Общий ущерб более 4 миллиардов гривен. Но от должности чиновницу не отстранили. Сегодня истекал срок внесения залога. Перед возможным арестом Винниковой резко стало плохо. Сейчас она в больнице, но деньги нашли. Вот как ее адвокаты объяснили, откуда 30 миллионов гривен. Единственный источник дохода у Татьяны Ивановны – это ее заработная плата. Собрать ей лично не удалось такую сумму, однако откликнулись с помощью ее друзья, близкие, знакомые. И по состоянию на сегодня, уже сегодня был внесен последний платеж, и данная сумма уже погашена. На расчетном счету апелляционного суда уже есть 30 миллионов гривен.